вечер. В эфире ваше любимое воскресное шоу «Песни от всей души». Уникальные голоса, люди и мелодии, которые изменили их жизнь. И откроет наш сегодняшний вечер наша удивительная гостья, матушка Валентина Корниенко, с песней «Письмо сыну». Километры, годы между нами, и усталые на исходе дня. Завершаю я письмо словами: мама, помолитесь за меня. Где-то домик маленький средь сада и тропинка с грядками в цветах. Рушниками у Спасителя горит свеча. Мама, помолись за меня, помолись. Бог услышит молитвы твои. Ты меня прости, моя родная, что слезу за меня роняла. Дрожащего огня, мама, я приду к вам, родная, мама, помолитесь за меня. На столе и яблоки, и вышни, неустанно мама ждет гостей и спасает, бережет Всевышний за молитвы матери моей. Мама, помолись за меня, помолись. Бог услышит молитвы твои. Ты меня прости, моя родная, что слезу за меня роняла. Я нуждаюсь в твоей молитве, от грехов моих великих мое сердце болит и стонет. Выбирал неровные пути я и искал спасения по чужбинам. Помолись за меня, помолись. Бог услышит молитвы твои. Мама, помолись за меня, помолись. Бог услышит молитвы твои. Ты меня прости, моя родная, что слезу за меня роняла. Мама, помолись за меня, помолись.
слез, у меня Андрея мурашки. Привезла икону святителя митрополита Тобольского. Это покровитель Сибири, самый почитаемый святой у нас в Сибири. Вот эта икона 18 век. Пускай Господь по молитвах митрополита Тобольского и Иоанна хранит вас, бережет вот вашу семью, ваш дом, вот это все-все ваше поприще, чтобы оно процветало, чтобы дальше неслась эта песня, потому что это надо каждому русскому человеку. Пускай хранит вас Господь и святитель митрополит Тобольский. Это икона 18 века. Да, замечательно. Спасибо огромное. Замечательно. А когда просят митрополита Тобольского, то просят о чем? Он в чем помогает? Расскажите. Во всем. Во всем. Он покровитель всей Сибири. К нему приезжают люди с разными скорбями, болезнями в Кремль, в Тобольск. Там лежат мощи этого святого покровителя Иоанна Тобольского. Он родом с Украины. И вы тоже же, ваша матушка там, да? Да, да, сейчас. Мама. Угу. Мама тоже в Украине. Мне сказали, что мама очень повлияла, что вы стали воцерковленным человеком. Мама, с детства. Я не помню дня своего, чтобы мы были без храма, без молитвы. Это все благодаря моей маме. И сейчас, конечно, вы не можете навестить, встретиться. Нет, не можем не встретиться. И даже связь бывает, что и поговорить даже не можем. Не то, что даже встретиться. А сколько мамочке лет? 75. Всю жизнь она учила: любите Бога и уважайте людей. Всю жизнь ее. И вот этот завет по жизни: уважать всех людей и любить Бога. Чтобы с вас дети и люди не смеялись. Она так всегда нас учила. И мы побывали у вас в гостях, у матушки Валентины и батюшки Александра. Поселок... Галышманово. Галышманово Тюменской области. Давайте посмотрим, как вы живете. Господи, помилуй. Я несу послушание в храме Вознесения Господня. Здесь вот служит батюшка, а я, матушка, помогаю ему здесь во всем. Хоть и каждый день мы проводим в храме Божьем, но живем мы простой жизнью, как и все люди, своими заботами, проблемами. Батюшка всегда в церковь первый заходит, а я первая домой захожу. Батюшка младше на меня на один год. Он меньше, но по чину он старше. И слушаюсь я его во всем. Спасибо, батюшка. По дому все на мне. Стараюсь уже батюшку не беспокоить, если он приходит из службы, идет уже отдыхать. А я стараюсь тихонько помыть полы, почистить, приготовить. Жена священника – это помощница, на которую может батюшка всегда положиться. Мне даже нравится, что у меня такие вот простые, обыкновенные рабочие руки. Косять рано косари, косять рано на зори. Батюшки, выстираю рясы. А потом, когда высохнет, подойду. Ах, как пахнет все! Я жена священника. Я должна нести свой православный образ православной женщины. И я не хочу вам сказать, что мне этого хочется. Нет, мне этого не хочется. Это воспитание матери. Я родом с Украины. Была большая дружная семья. Три брата, три сестры. Когда я готовлю, вспоминаю свой дом, где я родилась. И всегда вот перед глазами этот дом. В Россию мы перебрались 6 лет назад, а мама так и осталась жить в Украине. Совета не хватает. Я не всегда опытная, я не всегда знаю, как поступить. Мама, когда вот я думаю про нее, она часто снится мне. Мне подсказывает. Маме сейчас 75 лет. Часто говорит, что вот если дети... Умру и не попрощайтесь со мной. Она мне так говорит. Но она не переживает, что мы не приедем к ней. Она верующий человек. Она понимает, что говорит, там встретимся, она так говорит. Ну, на небе. Там все встретимся, она говорит. Вот так и поплачешь, погорюешь, вытерешься, платочек, перекрестишься. И так и живешь дальше. Как? На все воля Божья. Мне очень больно теперь. Я всем говорю, слушайтесь маму. Хочется, чтобы мама еще долго-долго жила. И хочется, чтобы мы с ней встретились. Мы все там увидимся. Вот так. А хотелось бы еще здесь. Если матерь
що живая, счастлив ты, что на земле есть кому переживая помолиться тебе. А как вы стали матушкой? Когда мы познакомились с отцом Александром, он, батюшка, был еще не выцерковленный, даже не крещенный. И вот так мы всю жизнь с ним вместе и к Богу приходили, и вместе служим, вместе друг друга поддерживаем, вместе молимся. Он меня поддерживает. Вот делает все мои видеоклипы, это все работы батюшки. Выучил на технику, запись и студию свою мы себе сделали, небольшую и маленькую, вот при храме. Прямо так, да? Да, все мы сами, все научились. То есть поете и творите вы вместе? Вместе, все с батюшкой. Современный батюшка. Да. Отец Александр сегодня здесь, мне сказали. Можно с вами познакомиться? Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вот и привезли помидоры, которые с батюшкой вместе. Мы вот это все помидоры. Все мы вместе делали. Большие банки мы смогли. И томатный сок. Вот все, что мы там закручивали, привезли вот для вас. Спасибо, Господи. Батюшка, спасибо помогал. Большое. А расскажите, где храм-то? Народ ходит? Сколько у вас прихожан? Храм у нас находится в Тюменской области, городской округ Галышманово. Ну, у нас храм в честь Вознесения Господня. Один храм на весь район. Я один священник на весь район, там 24 села и поселок, ну, где-то 35 тысяч. Вот, три школы, колледж, вот это все на попечении. Ну, так мы, как на севере, ну, никто не хочет туда как бы ехать. Но вот мы там трудимся по благословению нашего владыки Ишимского и Ромашевского Тихона. Вот там трудимся вместе с матушкой, вот, подвязаемся. Вот. Но это радость, потому что если есть хороший тыл, то и хорошо, наверное, служить, потому что во всем помогает мне матушка, руководит хором, детским хором, преподает в воскресной школе. И приход, конечно, у нас с каждым годом, каждым днем возрастает все больше и больше. И мы очень рады, что вы пригласили вот, матушку на эту студию. Наши все прихожане вот, благодарны, все смотрят вашу программу. Все смотрят. Говорит, матушка, к Андрею едете, езжайте, вся деревня Андрея смотрит. Вот, ну, поклон и передавайте всем вашим прихожанам. Ну, как вообще, какой у вас храм, как уютно я вижу там. Как, вот с цветами все, красить. Вот уютом храма, вот все занимается матушка. Потому что, а я уже занимаюсь духовным воспитанием детей, хожу по школам. И еще радостно тому, что у меня матушка поет, и вот тем творчеством, которым она занимается, оно дает возможность дать людям то, что им не хватает. И вот через песню, через духовную музыку, ведь слушают не только там бабушки, а самое главное, слушает молодежь, и это очень доступно и полезно для спасения души. Спасибо. Ну а вместе-то вы что поете? Вот так вот, что вот как вы слышите? Мы любим вместе с батюшкой, вот любим ромашку белую. Митрополита Владимира Сабадана, песня. У вас такой как тюменский распев, наверное, нет? Да, 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 на свой тюменский. Ну давайте, сейчас. Как он? Хорошо цветы весной, я любуюсь день денской. Я смотрю во все глаза, ах, какая красота! Ромашка белая, лепесточки нежные, мне дороже всех цветов, ведь она
А молодежь вот остается в селах или все пытаются ехать куда-то в большие города? Ну, села вымирают, как и везде. Все работы нет у молодежи. Но зато остаются люди коренные, с которыми тоже нужно их навещать, нужно их поддерживать. Вот. Но все равно Россия, она большая. Жизнь-то продолжается. Я думаю, что придет время, и мы наполним еще села. И будет все хорошо. Ну, вашу передачу все там смотрят. Ну, все смотрят. У нас бабушка приехала вот. Паш, как тебе наши герои, скажи? Безупречные. Просто и дух, и сердце. Все есть. Правда, вообще, какой-то свет от них идет. Ну, что еще споем? Давайте какую-нибудь... Слово «мама дорогое», я выросла так в семье, мы телевизор мы не смотрели, мы пели только псалмы, вот я на них и выросла. И вот снова песня про маму, есть слава Богу за все, да. Где-то там далеко и очень давно жил премудрый опытный старец. Он всегда говорил и всегда он твердил, слава Богу за скорбь и за радость. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если кто-то тебе что-то грубо сказал или плохо к тебе относился, зная об этом, мой друг, воля Божия тут, надо с этим всегда нам смириться. Зная об этом, мой друг, воля Божия тут, надо с этим всегда нам смириться. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Спасибо, что приехали. Ангелы-хранители вам. Спасибо огромное за эти минуты счастья, света, которые вы подарили нам. Вы нас пригласили, мы к вам приехали. Спасибо огромное.